В Ивановском художественном музее открылась выставка работ Марии Дюповкиной. Это молодой ивановский фотограф. Хотя это персональная выставка Марии уже вторая, она называется так же, как и первая – «Течение». Серия черно-белых снимков объединена общей темой. Это фотографии племянников и сына автора. Большая часть работ сделана в деревне летом. В этих фотографиях нет постановочности, все взято из жизни. Вот Лиза, например, на этом кадре, она оделась в какую-то взрослую блузку, взрослую юбку и шляпку. Она надела это все на себя не потому, что хотела, чтобы я ее сфотографировала, а потому что она сегодня выбрала, что она принцесса, и она так нарядилась и пошла гулять по деревне, одаряя куриц благодатью, вот так вот махнув рукой на них и там колдуя какие-то заклинания. То есть что было у нее в этот момент в голове, я не знаю. То есть это какие-то детские фантазии, это прекрасно. И я постаралась быть максимально незаметной, следовать за ней и делать эти кадры. Существует мнение, что молодым авторам пробиться в художественный музей очень сложно. Организаторы такую информацию опровергают. Выставка Марии Дюковкиной – яркое тому подтверждение. Новым именам здесь всегда рады. Она выбрала очень необычный вот этот жанр семейной и детской фотографии. Она фотографирует не совсем детские портреты. Это как бы такое влезание в жизнь, такая подсматривающая камера, которая действительно оставляет какой-то вот, какой-то промежуток времени. Вот так жизнь остается здесь, на этих кадрах. Мария говорит, что любит не только фотографировать. Есть много и других увлечений, которыми она занимается. Например, флористика. Но фотография для нее – это смысл жизни. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.